какая красота! Чш-ш-ш. Тише! Послушай! Слышишь? Да. Слышу шум деревьев, птиц и ветер. А что это? Калагривский заповедный лес. Только здесь, в этом уникальном месте, можно насладиться такими чистыми звуками. А чем уникален этот лес? Это заповедник. Ему всего 15 лет. Но он уже включен в культурное наследие ЮНЕСКО. И это лишь малая часть его чудес. Расскажи подробнее. Его нужно увидеть. Добро пожаловать в заповедный лес. Представьте, что у вас появилась возможность отправиться в прошлое и увидеть нетронутый человеком лес. Лес, в котором растут редкие виды флоры и обитает не менее редкая фауна. Для подобного путешествия вовсе не обязательно изобретать машину времени. Такое место есть на карте Костромской области, в 30 километрах от Калагрива. Это государственный природный заповедник Калагривский лес. Уникальная природная территория формировалась не одно столетие. Здесь свой порядок, своя особая аура, над которой не властно даже время. Летом заповедник Калагривский лес невероятно оживлен. Даже воздух, кажется, наполнен движением. Яркие лучи солнца, которые почти не пробиваются вглубь леса, золотят могучие древесные кроны. Дендрологическая коллекция заповедника богата. Более 40 видов деревьев и кустарников. Сибирская флора соседствует здесь с европейской, а хвойные породы деревьев растут рядом с широколиственными. Стволы покрыты мхами. Высота некоторых лесных великанов порой достигает 45 метров, а возраст, по мнению ученых, составляет от 270 до 300 лет. Глядя на этих исполинов, понимаешь, перед тобой патриархи лесного мира. В просвете между ними расцвел княжик сибирский. Это единственная лиана в наших лесах. Дивный цветок занесен в Красную книгу Костромской области, как и более 60 других редких представителей заповедной флоры Калагривского леса. Thank you.
Около полудня в лесной глуши становится жарко. Пьянящий аромат хвои и смолы заставляет спуститься к воде. В Сехе, одной из самых живописных речек заповедника, вода прозрачная и чистая. На отмелях суетятся стайки пескарей и головастиков. Повсюду можно заметить следы пребывания трудолюбивых бобров. Именно они создали живописные озера в юго-западной части заповедника. Здесь сплошной бурелом, в котором без труда угадываются очертания уютных бобровых хаток. Между плотинами, расположенными каскадом, на богатых водной растительностью озерах обитают и многочисленные утиные семейства крякв и гоголей, недавно пополнившиеся молодыми выводками. Заповедный Кологривский лес – территория тайги, поэтому неудивительно, что на лесных тропах можно повстречать и пугливого зайца, и грозного хозяина таежных дебрей. Правда, заслышав приближение человека, медведь обычно скрывается среди деревьев и кустарников, оставляя лишь косолапый след. В начале лета у заповедника появляется звонкий голос. По утрам бескрайняя тайга становится огромным концертным залом, где каждый пернатый артист пробует свой голос или инструмент. Лирические трели певчих птиц прерываются порой резкой барабанной дробью дятла. С высоты птичьего полета заповедный лес в это время кажется безбрежным зеленым океаном. Чтобы обойти его полностью и заглянуть в каждый потаенный уголок, не хватит и целого лета. С первыми желтыми листочками и каплями дождя птичий хор стихает. Осень в заповеднике начинается с тишины. Лес меняет зеленую мантию на огненно-рыжую. Светлым и прозрачным остается только молодой южно-таежный сосновый бор мантуровского участка. Ковер из мхов и лишайников то тут, то там дополняют опавшие листья. Ранняя осень.
время мухоморов. Издали видны их ярко-красные шапочки. В это время поспевает брусника, которую очень любят медведи и тетеревиные птицы. В последние солнечные дни неповоротливее становятся рептилии и амфибии, поэтому они чаще попадаются на глаза. У лосей начинается пора брачных турниров. Лес щедро отдает свои последние краски. С высоты птичьего полета он сейчас похож на цветной шатер с ярко-желтыми, красными и багряными лоскутами. Впереди долгая, суровая зима. От лета к осени, от зимы к весне. Круглый год уникальную флору и богатый животный мир 101-го заповедника в России изучают и защищают от воздействия человека, чтобы сохранить эталонную красоту природы для будущих поколений. Удивительное место. Как же не хочется с ним прощаться. Мы еще сюда вернемся. Дикая природа заповедного леса хранит в себе множество тайн и загадок. Спасибо тебе, заповедный лес.